Чубаси, послушай меня внимательно. Ты уже взрослый, и пришло время узнать, что такое мужская солидарность. В общем, буду краток. Чубаси, я молчу про твоих мапсих, ты молчишь про мои поздние приходы домой. Мама приезжает, понимаешь, все, тишина должна быть, ты понял? Сидели, снимали блог, гуляли, Чубась, да? Что еще мы с тобой? Вкусняшку там всякую искали. Занимались блоком, работой, приложением. Чубася, ты меня понял? Чубася, я надеюсь, могу на тебя рассчитывать, да, сынок? Сын, ты все запомнил? Просто бывает, что ты путаешь немножко. У тебя доступ к базе медленный. В общем, Чубася, я буду считать, что мы друг друга поняли. Теперь едем за мамой. Погодка просто плачет. Погодка просто плачет. А, ё-мо. Держи. Давай, давай, давай. Так, ну сейчас кто-нибудь бежит. Бежит. Так, Чубаси, помни, о чем мы с тобой договаривались, да? О чем это? Это наше, мужское уже. Так, Саш, там последние пожитки вообще не украдут сейчас? Вот туда, туда. Чубаси! Что это за девка, да, тебя вообще ведет? Непонятно, не узнал же. Не узнал он тебя, Саша. Чего? Это Чубаси тебя купил. Ой, спасибо, мне. Ну, Саш, как тебе погодка в Москве? Хорошая. Хорошая погодка. Ну, в Москве пофигу, какая погодка, да? Главное, что в Москве. Просто вырвалась. Сашка приехала. Саша, что так рано-то? Вообще-то как бы еще 2 недельки вроде как это сам. Глеб, 4 недели тебе недостаточно было? Достаточно. Чубаська, ты рад? Чубаси. Рад. Все, Чубаси? Да. Все, опять. Поросеночек, поросеночек. Б-безалаберность. Саша потеряла свой проездной билетик. Саша потеряла даже ключ от мастерской. Хорошо, видимо, отдохнули на курорте, да, Александра? Я его не брала с собой, он был дома. Угу. Это вы здесь хорошо отдыхали, посеяли все. Самое ценное. Это еще Баси подзажигали, конечно. Бась, ты съел ключик, да? Признавайся, ты съел ключик. Ну теперь ждать где-то до обеда, да, Чубаси? А потому что ты так много сумочек. Надо, чтобы одна была у тебя, и все. И желательно пакет целлофановый. Из целлофанового пакета никогда ничего не пропадает. Я все детство проходил с целлофановым пакетом. Ничего. Think. Думай. Думай. Что делать? Сейчас. Ну, у тебя что, так много сумок, что ты не можешь перерыть? Каждую? Ладно, я сейчас все выложу. Родзюлькин. Сейчас все выложу. Давай все выложу. Ладно, вернусь тебе через пару часов. Я думаю, что ничего не изменится. Так же будешь сидеть и ныть. А где мой ключ от мастерской? У меня больше нет. Я думаю, что в твоей мастерской уже какая-нибудь другая девочка сидит. И занимается. Твою мастерскую уже отдали другой девочке. Нашла! Как так-то? Ну и проездной там же. Проездной хоть купить можно, а это не купишь. Купить. Бесценно. Глеб, дашь денежку? Давай. Давай же бумажку. Какую? Большую желательно. Глеб, может, сегодня своего кино сходим в честь моего приезда? У нас сегодня запуск бета-версии легендарного предложения Чубака.
Это очень волнительный момент. Ну ты же управишься до вечера. Не знаю, посмотрим. Может, завтра будем запускать. Ну, пожалуйста, давай сходим. Ну, не на что ходить просто там, на самом деле. Там пираты, и там Малибу. Это тупые американские комедии. Ну, Глеб, ну что ж поделать, русские не снимают ничего. Ждут легендарного режиссера Глеба Леонидовича Корнилова. Поцелуй останется с Акадом. Давай, иди, покажи какой-то. Жаркий поцелуй. Саша, хоть меня бить-то. Вот люди меня будут... посмотри. Это люди бы узнали, может, ты так со мной обращаешься. Ну, Саша, дай здесь допишу. Я красивая? Да, Саша, ты очень красивая. С днём блогера тебе. На меня посмотри. Саша, откуда в одном маленьком ребенке столько дьяволицы? Я красивая? Саша, а если бы, вот, допустим, тебя снимала бы сейчас камера, как бы ты себя вела? Все, знаешь, поехали, с днем блогера. Ну, Глеб, Саша, блин, ты красивая. Очень красивая, ты очень красивая, Саша. Ну, тебе страшно... повезло? Мне очень повезло. Даже правда? Да, мне очень повезло. Страшно даже с такой идти, с девочкой вдруг украдут. Правда? Да, Саша, ты очень красивая. Басю, тут посередине не хватает рожи, а вот так, чтобы расплылось прям все. Пойдем уже, ну да да. Этот лизун, он прямо как твоя мордочка, твои складочки. Вот так можно в чубаке ковыряться, как в лизуне. Ох, лицо. Я беру, все не чубайскин день, день блогера. Бери с собой, пойдем гулять. А что за игрушка у тебя такая новая, чубайси? Покажи. Да, ой, какая игрушка. Давай, иди, блогер. Ишь ты, это чубайкин день, не твой. Чубайси может делать с ним все, что захочет. Мопсиху захочет, значит получит. Чубайси. О, собачка идет какая. Мы же ему сказали, что он любую получит, он ее захотел. Лабрадориху захотел. Подождите, пожалуйста. Я уже не жирный. Подписчики говорят, что я качок уже. Чубайся. Издеваются. Опять издеваются, да, над тобой, Чубайся? И снова над тобой издеваются. Вторую. Так, Чубайся теперь чистенький, все. Ага, чистенький. Молодец. Чубайся, поехали отмечать день блогера. Зырненький. Зырнюлечки. Он такой красивый такой. Больше. Чего ты есть хочешь опять? Ну что, ну ты там увидел я собачку. Ну, зачем так с ума сходить, Чубайся? Чубайся. Чубайсечка. Не сходи с ума. Не сходи с ума. Да, тебе. В общем, друзья, мы, кстати, действительно приступаем уже к поискам невесты Чубайки, уже без шуток. Позже будут подробности. Так, ладно, буду я походить, потому что у меня уже очень удобно. Да нет, я посмотрела просто. Чубайся, никакого
тебе Блэкстербургер. До сих пор там очередь. Ёшкин кот, а? Ну как, это мороженое стоит того, чтобы стоять за ним? Не знаю, что я не помню. Но выглядит красиво. Приятного аппетита. Подошел, просто поинтересовался вообще, как погода. Бургеров не будет. Не будет, потому что ребята там еще внутри просто давка. Блин. Все, Саш. Ну что такое? Я же ратушки хочу. Ну что, мы отстояли эту очередь. Взяли себе... Да, взяли себе по бургеру. Думаем на улице, потому что там вообще нету места. Но у нас есть одна проблема. Сейчас, секунду, покажу. Кое-кто просто на нас смотрит. Просто кое-кто нас прожигает взглядом. Саша, это что вообще-то? Ладно, пойдем. Так, а ну как же салфеточки? Салфеточки. Чубакой будем вытираться просто. Ну ладно, мы тогда сейчас будем трапезничать. Мы все-таки это не фуд-блогеры, поэтому не будем уж показывать, как мы засовываем в себя эти булки. Но потом как покушаем, то выйдем в эфир, ну скажем, действительно вкусные, невкусные. Хотя, в принципе, что обсуждать еду, это, наверное, уже перебор. Ну все, Чубайс, ладно. А тебе приятно посмотреть на то, как мы едим. Ну так, вкратце, еда очень жирная. Конечно, да, она нормальная, качественная. В ней нет такого дикого количества соуса, который обычно есть во всех этих фастфудных бургерах. Но целый даже не съесть, действительно очень жирная такая пища. Бургер не очень, но я бы еще попробовала хот-дог и мороженое. Может, ты мне сейчас купишь? За мороженым еще стоять часа два. Да нет, там же... Ну посмотрим, может быть, куплю. Сидят? Вон, а Чубайс просто моими ушами опять питается. Страшно представить, что он из них вообще там вылизывает себе, какие бургеры. Отстоял я еще на промозглом таком ветре с дождем. За этими, за блэк-морожеными. Вкусно. Вот, в общем, Сашка довольна. Вот так вот мы скромненько отметили день блогера. Без понтов, как говорится. Но надо было скататься, раз уж это такой тренд стал. Блэкстарбургер. Ну, заехали. Чубайс, можно это сам? Ага. Все, едем домой. Сегодня обещают, что Чубайску покажут по НТВ. По телеку, прикинь, покажут. На психе все вообще офигеет. С нами тут друзья с НТВ. Снимаю Чубайса. Вот такие люди тут ходят. Ага. Работают под прикрытием. Сделаем вид, что не видно оператора. Чубайска тут играет. Друзья, оказывается, сегодня день блогера, а мы и не знали. Так что всех вас поздравляю, потому что это и ваш тоже праздник. Потому что без вас нету никаких блогеров. Чубайс. Чубак. Острый репортаж. Хорош, все. Криминальный СМИ. Чубака, чубака. Отдай огурец. Раз в жизни приехали к тебе, а? Серьезные люди, серьезного канала. Чубака, почему ты позоришь? Чубайс, все нормально с тобой? Мне не о чем беспокоиться, Чубайс. Все ли нормально? Чубайс, Чубайс, ну все, все, все. Чубайс. Чубайс, почему ты едешь впереди, а я сзади? Это нормально. Это он Чубайс. Так, Чубайс, дай команду, когда можно стартовать, ладно?
почему вас будут смотреть? А, извините, отвлекся. Глеб Корнилов с супругой в прошлом году решили сделать блогером своего пса Чубакку. Чубакка, поздоровайся! За жизнь Чубакки сейчас следят сотни тысяч пользователей. Опа! Хозяин уверяет, на друге он не зарабатывает, а помогает бездомным собакам. Сборы средств закупали корма и вот отличный кадр. Ну, приятно, что хоть с супругой нас услышали. Да. Сколько минут 40?